Добрый день. Продолжаем заниматься дискретной математикой. Сегодня у нас 10-я или 11-я, 11-я, видимо, лекция по дискретке. Заключительная, послезаключительная лекция по теме бульвер-алгебры. Тема бульвер-алгебры у нас закончилась, поэтому у нас осталось такой небольшой момент, пару недель примерно, пока мы дойдем, вместе, синхронизируемся вместе с практиками, поэтому у нас такая свободная лекция сегодня осталась. Поэтому я посвятил ее своей любимой теме, более выполнимости, или как ее еще называют, САД. Это тема всей моей жизни, можно сказать. Поэтому, возможно, я буду ее излагать не так, как нужно излагать ее студент, потому что слишком другие вещи я в ней изучал, а вот базу какую-то я студентам еще никогда не рассказывал. Такая же ситуация бывает с монадами в функциональном программировании. Когда вы начинаете понимать, что это такое, вы теряете возможность объяснить это кому-либо. Тут примерно то же самое. Но постараюсь сегодня рассказать вкратце, что это за такая центральная задача компьютер-сайенса, зачем она нужна. И она в каком-то смысле даже будет связующим звеном между бульвер-алгеброй и следующей темой логики. Возможно, мы даже ее когда-то сможем использовать как-то на практике, особенно в следующем семестре. Ну, давайте, собственно, начнем. Задача выполнимости, по-русски задача выполнимости, по-английски boolean satisfiability problem. Вот от слова SAT отключили первые три буквы, получилось SAT большими буквами. Формулируется следующим образом. Это вот мы добавим, потому что мы уже запись включили. У вас есть некоторая функция f. Что такое функция, мы прошли в прошлом месяце. Она зависит от какого-то количества аргументов. Заранее можете думать, что аргументов может быть там 5, 10, 100, миллион. Короче, произвольная какая-то функция, у нее произвольное количество аргументов. И вам нужно найти какую-то подстановку значений в эту функцию, чем бы она там ни была выражена, чтобы функция дала единичное значение. Казалось бы, если у вас уже есть функция, и вы знаете таблицу истинности, то вы просто находите в ней ряд, где, собственно, написано единичка, и это как бы ответ. Это действительно ответ. Но не всегда у вас для функции есть таблица истинности. Иногда функция у вас задана какой-нибудь формулой или в чем-нибудь другом в каком-то виде. И вместо того, чтобы... Не буду заранее говорить, типа, как это делать, но в тупую действительно можно перебирать все возможные подстановки значений всех возможных переменных и смотреть, вычислять значения, пока вы наконец-то не начнете на такой набор иксов, что типа функция дала единичку. Это единственное, что вам нужно найти. Стандартно, математически, если определять SAT, или задачу выполнимости, это некоторая decision проблема, так называемая по-русски задача, задача чего? Задача выбора чего? Или как это сказать? В общем, decision problem. Decision проблема в компьютерном сайенсе называют такие проблемы, на которые можно ответить либо да, либо нет. В нашем случае, когда мы решаем задачу SAT, мы спрашиваем себя, существует ли такая обстановка или не существует. Если SAT, то типа да, существует, если нет, то типа не существует. Такие случаи в этом контексте называют либо SAT, либо unsAT. Существует и более как бы приземленная, или так сказать, прагматичная постановка задачи, когда вам нужно не просто ответить, типа существует она или нет, но и, собственно, найти ее и показать, что вот она. Такая постановка задачи некоторыми авторами называется функциональный SAT или fSAT, но обычно такое слово, не вспоминают даже, некоторые вообще даже не знают, что есть такая постановка задачи. Поэтому, когда говорят SAT, имеют в виду чаще всего именно вот этот вариант, что вы не просто находите, типа, либо да, либо нет, а вы именно находите именно подстановку и показываете ее, что вот она. Или доказываете как-то, что ее нет, что действительно на всех наборах ваша функция всегда принимает значение 0, то есть она эквивалентна константе 0, вся функция. В таком случае, в такой постановке у вас как бы ответа тоже два, либо SAT, либо unSAT, и к этим ответам у вас прибавляется то, что вы, собственно, нашли. Вот тот выполняющий набор, так называемый satisfying assignment, X, называется моделью еще в этой области SAT. И некоторое убедительное какое-то описание того, что вы действительно доказали, что не существует такой модели, называется proof, каким бы он там ни был, или сертификат невыполнимости. Вот он тоже как бы вот в этом случае продуцируется тем, что вам умеет продуцировать ответы на эту задачу. Естественно, вам чаще всего хочется именно понимать, типа, на каком наборе у вас функция равна единице или действительно иметь какой-то путь.
Но не всегда. Иногда вам достаточно и просто знать, типа, да, либо нет. На самом деле, эти две задачи, типа, SAT и функциональный SAT, в каком-то смысле одинаково сложные или одинаково простые, ну, скорее, одинаково сложные. Поэтому, в общем-то, без разницы, какой рассматривать, лучше, видимо, рассматривать тот, который больше возможностей дает, то есть функциональный SAT. Поэтому в дальнейшем, когда я буду говорить SAT, будем иметь в виду функциональный SAT. Вот такой, в котором вам именно нужно найти модель или доказать, что он отсутствует. На самом деле, все дальнейшие рассуждения, особенно касательно сложности этой задачи, вот этим для того, что она не простая, а, собственно, сложная, они касаются именно случая, когда вы именно что-то ищете и что-то находите, то есть случая SAT, позитивного случая. А вот случай, когда вы доказываете, что то, что вам нужно найти, нету, он как бы с точки зрения сложности не оценивается. Это может быть сложная задача и даже сложнее, чем типа просто какую-то штуку найти, если она вообще есть. Поэтому в дальнейшем, возможно, это будет важно, но вот некоторые формулировки корректны только для вот задачи типа найти что-то и продуцировать какой-то ответ. Относительно типа доказательства того, относительно продуцирования пруфа, они как бы не совсем так формулируются. Но сейчас, возможно, это менее понятно, чем будет понятно потом. Следом, я вначале сказал, что у нас есть какая-то произвольная функция f, она как-то задана, скорее всего, видимо, не в виде таблицы истинности, а в виде какой-то формулы. И обычно, когда говорят SAT, имеют в виду функциональный SAT и тот SAT, в котором типа ваша формула изначально задана в виде КНФ-формулы. На самом деле, типа, опять-таки, не всегда такая постановка может быть такая, может быть, ваша формула задана в произвольном виде, в виде какой-то формулы из какого-то языка, из языка пропорциональной логики, например. Собственно, эту формулу, скорее всего, вы можете как бы описать какой-то схемой, например, поэтому часто такую постановку задачи SAT, когда у вас типа произвольная формула, называют также circuit SAT, то есть схемный SAT. А если у вас формула именно задана в виде КНФ, то она называется КНФ SAT. Ну, в дальнейшем, опять-таки, мы будем предполагать, что если я говорю слово SAT, то я имею в виду КНФ SAT по дефолту. На самом деле, опять-таки, здесь две вариации, они кажутся типа сильно разными, но на самом деле на сложность не влияет. Обе задачи одинаково сложные, и на самом деле друг к другу превращаются. Поэтому проще рассматривать ту, с которой типа люди научились работать более универсально. А более универсальная и именно более ограниченная задача, когда у нас формула задана в известном виде, в виде КНФ. КНФ очень простая, как вы помните, там всего лишь конъюнкция каких-то клозов, а в клозах есть только литералы, и все. И у вас две операции, конъюнкция, дизъюнкция, и отрицание литералов еще есть. И как бы, и это все, о чем вам нужно помнить. А в схемном сайте вам нужно помнить про все возможные там, гиты какие-то, еще какие-то штуки. Они, может быть, не всегда бинарные и так далее. Ну, в общем, как-то неприятно. Но с точки зрения сложности, одинаково сложно. Поэтому лучше работать с той задачей, с которой удобнее работать. На самом деле, вам, возможно, как людям удобнее было бы работать именно с circuit SAT, то есть формулировать свои задачи. Вот, когда мы дойдем до этого, можно типа ваши задачи формулировать в виде задачи SAT, и, наверное, проще формулировать их, видимо, в виде circuit SAT, потому что он более мощный, более выразительный, так сказать, язык описания. Он вседозволяющий, формула может быть в любом виде. Но впоследствии вы это обязаны будете превратить в КНФ, именно поэтому, кстати говоря, мы на одной паре разбирали четко, не совсем четко, окей. Карты разбирали. Процесс преобразования какой-то формулы в КНФ. Я сказал, что, возможно, это будет очень сильно важно. Вот здесь это важно, на самом деле. Чтобы воспользоваться чем-то, что умеет решать SAT, вам нужно превратить будет это что-то, что у вас есть, в КНФ-формулу. И это нужно сделать каким-то желательно не глупым способом. Собственно, разберем парочку каких-то примеров, каких-то таких постановок. У вас есть какая-то функция, в виде какой-нибудь формулы, такой, такой, такой или такой. И вам нужно определить, типа, выполнима она или не выполнима. Как вы думаете, первая функция, заданная в виде другой формулы, она выполнима? И если да, то на каком наборе? Ну, конечно. Конечно, на каком наборе она выполнима? Выполнима значит, что принимает значение 1. Ну, 1-1. Да, можно написать, типа, что она типа SAT для x1 равно 1, x2 равно 1. Логично? Логично. И, кстати, это единственная действительно модель. Вот эта вот совокупность, можно сказать, что это модель. Она единственная, потому что любые другие наборы дают значение функции 0. Следующее.
функция, заданная в виде второй формулы из юнкции x1 и x2. Выполнима ли такая формула? Да. Алло? На каком наборе? На любом, кроме 2.0. Так, то есть она выполнима. На скольких наборах она выполнима? На трех. Давайте напишем как-нибудь так, что она типа выполнима, да еще и не на одной модели, а на целых трех. Ну, собственно, понятно, на каких. На тех, где она, собственно, равна единице. Когда мы просто решаем SAP, там, на самом деле, иногда важно, что она просто выполнима. Иногда важно найти хоть какую-нибудь постановку, например, x1 и x2 равно 1.1. Иногда нам нужно даже найти все подстановки, типа все модели. Задача поиска всех моделей называется вот так. Это решетка. Ну, или по-английски sharp sat. Ого, это да. Мой любимый баг. Find all models. Сейчас, подождите. Sharp sat – это поиск числа таких моделей. Блин. Да, вот так нужно написать. SharpSat – это найти число всех моделей. Вот, например, если бы вы решали задачу SharpSat для вот такой штуки, это было бы ответ 3. А когда нам нужно найти именно все и перечислить их, это, наверное, какой-нибудь enumeration или что-нибудь. Мне кажется, он никак не называется. Как вы думаете, что сложнее, перечислить все модели или, ну, посчитать их число? Или это одинаково сложные задачи? Но если мы считаем количество каких-то моделей, мы же должны их перечислить, правильно? Я думаю, это одинаково по сложности. Неправда. Это правда. Ну ладно. Можно ли рассчитать в общем случае... Ну, типа, если совсем теоретически подходить, то кажется, что это равномощная, равносложная задача. Типа, они обе трудные, но мы до этого еще дойдем. Но практически подсчитывать число моделей проще, потому что иногда вы можете заранее знать, сколько всего моделей. Например, если вы рассмотрите задачу, функцию константная единица, которая зависит от переменных x1 и x10, например. То есть она зависит от 10 переменных, но она все еще продуцирует всегда единицу. У нее ровно 2 в степени... Ну, 2 в степени 10 моделей. Вы это заранее знаете. Но при этом вы даже не перечислили ни один из этих наборов, а уже знаете, что у вас модели все 1024. То есть, ну, конечно, непонятно, как в общем случае так делать. Скорее всего, в общем случае это у нас так не получится. Но в каких-то конкретных случаях иногда можно заранее знать, сколько у вас моделей. Если, например, у вас функция не зависит от какой-то переменной, точнее, зависит от нее, но по факту не зависит, то есть переменная является фиктивной, то у вас типа число моделей можно посчитать для той части, которая зависит, а потом умножить на 2, потому что вам без разницы, какое значение фиктивной переменной будет принимать. В обоих случаях у вас будут подходящие модели. Ну, собственно, с константной единицей так и получалось. У вас все переменные фиктивные, поэтому каждая переменная дает число моделей в 2 раза. И это можно типа сразу быстро определить. Ну, не всегда быстро и не всегда сразу, но в целом, наверное, проще, чем перечислить все модели. Хорошо, давайте тогда следующую функцию рассмотрим. Третью. Выполнима она или нет? Ну, как минимум, для тех у аргументов, где x2 равно единице, она уж точно выполнима. Так что да, ну она выполнима. На каких наборах? На двух наборах или на одном каком-то? Ну, на двух точно выполняется. На этом. А какой еще есть номер? Ну, обязательно x2. Вот эта функция. Точнее, нет. А, да, да, на двух как минимум. Хорошо, а другие не подходят? Наборы. Ноль-ноль, наверное, не подойдет никуда.
еще остались? А, 1-0 остался, да. Почему 0-0 не подойдет? 0-0 же подойдет как раз таки. Да, там по второй. Сход. А, да. Да, я так напишем. Кипельс 1-2. Типа 0-0 подходит. Везде, где x2 равна единице, тоже подходит, потому что у вас есть свободная вот такая штучка. И у нас остался набор типа 1-0. Подойдет он? Видимо, нет. Получается 3 модели всего. Но в целом, кстати, достаточно просто одну какую-то сказать. Или вообще просто сказать, что да, выполнимо. Ну, потому что сразу любое x2, точнее, x2 равно 1 подставляете, а дальше без разницы. Хорошо, третья формула. Без вот этого синенького. Выполнима она или нет? Да. Например, нет. На 0 и 1. Нет. А, да. 0, 1, например, а равно 0, b равно 1. Так. Наверное, подходит. Эту задачу один составитель SAT решателей формулировал следующим образом. Ну, типа, изначально формулировка на естественном языке была следующая. Переменная А обозначает, что вы надели галстук. Переменная Б означает, что вы надели рубашку. И если вы хотите надеть галстук, то вы обязаны надеть рубашку. Иначе очень тупо получится, если вы надели типа, рубашку. Без, точнее, надели галстук без рубашки. Поэтому это обязательно условие. Вторая штука, вам хочется куда-то пойти, и вам нужно надеть хотя бы что-нибудь из этого, потому что тут будет тупо, если вы будете без галстука или без рубашки. Ну, и, точнее, и без того, и без того. Поэтому хочется, чтобы у вас хоть что-нибудь, хоть какой-нибудь элемент был нормальный. И третье ограничение вот, формулирует то, что вам религия запрещает типа, надевать и то, например. Вам не хочется типа, все элементы одежды надевать. И вот задача формулируется следующим образом. Типа, можно ли куда-то выйти, следуя трем этим ограничениям? Можно, если вы делаете вот такое, что если вы надеваете просто рубашку, но не надеваете галстук. Второй набор не противоречит, собственно, этим ограничениям. Каждая такая конъюнкция дает одно ограничение. Собственно, она выполняет данный набор. Удовлетворяет, точнее. Какой вопрос у вас был? Никакого. Вот. И если вы к этому набору ограничений еще типа прибавите ограничение, что вот нам кто-то сказал, типа, что вам нужно выйти куда-то на бал там, или на выпускной, или просто, блин, на пару прийти и обязательно нужно галстук надеть, чтобы не казаться совсем. И вы добавляете четвертое ограничение в ваш пул ограничений. Через конъюнкцию просто. И спрашивать себя, можно ли вообще так удовлетворить набор этих ограничений. Оказывается, что вот такая задача уже, естественно, на SAT. Потому что все четыре набора, если попереставлять, всегда функция будет равна 0. То есть функция, несмотря на то, что она записана длиннющей такой формулой, у нее четыре ограничения по факту. Ну, такие вот четыре скобочки какие-то через конъюнкцию объединенные. А все это все еще функции, которые всегда равны нулю, то есть константной ноль. Только такие функции ансат. Вот. Ну и давайте последнюю вот такую штучку еще потренируемся. Такая штучка сат или ансат? Сат, например, для всех нулей.
Так, давайте поставим 0 сюда. 0 сюда, сюда. Ну, видимо, да. Как минимум, да. Хорошо. Как видите, если у вас переменных мало, например, 3 или 5, то вы действительно можете типа, начинать просто тупо перебирать все возможные подставки, подставлять их, каждый раз вычислять значение f от x, вот такое, и смотреть, типа, один или не один. Наверное, вы быстро устанете, если у вас переменных будет больше. Ну, дойдем до этого чуть позже. Типа, как это в общем случае решать? И вообще, может быть, и не нужно это решать, может быть, нужно кому-нибудь это отдать какому-нибудь программному средству, желательно. Разберем пока что частный случай SATA. Вот мы здесь разобрали разные вариации, но они все были в общем случае, когда у вас есть какая-то функция, никак не ограниченная, в какой-то просто в разных каких-то формах. И разные вопросы мы к этому спрашиваем. Либо мы хотим просто спросить, либо да, либо нет, либо хотим модель найти, или посчитать число наборов и так далее. Вот есть такая вариация 2SAT. Это когда ваша функция задана в виде КНФ, в которой все клозы состоят из двух литералов. Выше мы такого, кажется, не видели еще. Но я думаю, вы представляете, как. Где тут есть пример. Вот ниже, например, есть пример. Вот это, например, 2КНФ. Это КНФ, в ней есть клозы, есть 4 клозы. Каждая клоза, как видите, содержит по 2 литерала ровно. Такие два КНФ-ки еще называются формулами Крома, потому что, видимо, он первый, кто в литературе это использовал, когда описывал 2SAT в прошлом веке когда-то. Поэтому, честно, вот такие штуки назвали. Оказывается, что если ваша формула задана в виде 2КНФ, и задача тогда в таком случае называется 2SAT, то для нее действительно можно найти полиномиальное решение, точнее, полиномиальный алгоритм для ее решения, типа можно за быстро определить, выполним этот набор каких-то два клоз или не выполним. И если выполним, то даже можно типа за быстро найти какой-то набор. Здесь, кстати, сразу будет видно, что выполнима она или нет, но вот над набором нужно еще будет совершить какую-то работу, чтобы найти, собственно, набор, установку какую-то модель. Ключевым понятием для алгоритма, который применяется, когда пытаются решить 2SAT, является вот такой implication graph. Ну, наверное, мы не будем давать его формальное определение, мы просто потом его нарисуем чуть ниже вот здесь, в этих случаях. Он строится на следующем замечании. Если вы рассмотрите каждую клозу, каждую 2 клозу, original 2 клозы, надо написать вот так. 2 клозы, то есть клозы, в которые 2 литерала, то можно понять, что она как бы по факту вообще-то эквивалентна какой-то импликации, например, такой или даже вот такой. То есть если вы каждую импликацию рассмотрите и раскроете ее через или, то вот как раз получится то, что у вас изначально было. Поэтому как бы вот три вот такие формулки, они эквивалентны друг другу. Раз так, то можно каждую формулку, каждую оригинальную клозу, вот такую, которая у вас есть, превратить в одну из этих или даже в обе такие импликации. Каждая импликация будет задавать вам какое-то ребро в вашем графике. Ну, а вершинами в вашем графе будут литералы. Литералы – это либо иксы, либо игреки, либо не иксы, либо не игреки. То есть все вот эти 4 штуки – это будут 4 разные вершины. А ребер у вас будет 2 на каждую клозу. Собственно, если разобрать вот такой пример, что вам дается вот такая 2КНФ-ка, и вас спрашивают, типа, выполнима она или нет. Типа, решите задачу 2SAT на таком входе. Наверное, она выполнима, наверное, а может и нет. Вы еще пока это не знаете. Для каждой клозы вы составляете 2 импликации. Можно как-то так их сразу записать, что импликация в эту сторону с обоими отрицаниями. И затем выставляете, собственно, ребра в соответствии с этим всем. То есть у вас есть, например, импликация из А в Б, то вы так, собственно, и рисуете. Литералы, повторюсь, вы рисуете, точнее, вершину вы рисуете для всех литералов. То есть и для позитивных, и для негативных переменных. Точнее, литералы, нежелательные, позитивные. Ну, вы поняли. У вас получается вот такой граф, а каждую импликацию вы рисуете именно направленным ребром, то есть типа, куда-то оно и ведет. Получается, видимо, вот такая картинка. СБВ.
с а в c. Вот так. Так, из b в a. Все учли? Раз, два. А, наверное, еще здесь должно быть. Из не B в А есть, интересно? Вроде нет. Ну да, 8 ребер, 8, собственно, импликаций у нас было. Импликации, возможно, могут повторяться, когда у вас, типа, вы клозы перерезивных, если вдруг вам дали одинаковые клозы. Но вообще вроде как не должны. Ну, здесь у нас получилось 8 ребер на 8 приказ. Значит, мы точно все учли. После этого вы нарисовали граф. Можно ли по нему как-то понять, типа, выполнимо ли наши 2 КНФ изначально? Какой в нем смысл? Можно ли как-то вот из такого представления предположить алгоритм для определения выполнимости? Ну что? Ну, может, например, если из каждой вершины, типа, из каждой вершины А, Б, С или там не А, не Б, не С, можно попасть в любую другую вершину. Там, или, ну, не знаю, как. Ну, что-то со связностью в графе, возможно. Но пока не приходит в голову, честно говоря. Сейчас я перепроверю. Граф должен быть немножко другим. Он какой-то странный получился. Ну ладно, давайте его анализировать. На этом графе видно, что вы можете дойти из С в не С по такому пути. Это видно по транзитивности импликаций. У вас есть вот такая импликация. Из С типа следует А. Ну вот это, собственно, ребро. У вас есть импликация из А в Б. Вот это вот это ребро. У вас есть импликация B, не A. Это вот это. И у вас есть ребро не A, не C. Вот это. Импликация. Следовательно, если C, тогда не C. Может ли такое быть? Из совокупности четырех этих импликаций следует следующий факт, что типа, если C, то не C по транзитивности импликации. Ну что это намекает? Противоречие? Ади. Ну, это типа не С или не С. Ну, наверное, типа С должно быть всегда 0, если мы хотим рассчитывать на правильный, ну, типа на единицу функции. Ну, а почему мы именно С взяли тут? Просто нет, взяли, так. Понятно. Просто взяли. Ну, потому что, типа, ладно, не знаю, почему взять. Потому что это видно, типа, из. Ну, то же самое видно для А и для Б тоже. Но если у нас С 0, тогда, ну, вроде бы верно. Хорошо, из этого следует, что, типа, у вас должно быть либо не С, либо не С. Ну, то есть просто не С. То есть С должно быть просто равно 0. Такая же ситуация у вас происходит с А, потому что из А можно дойти в не А. И из Б можно дойти до не Б. Получается, у вас все переменные должны быть нулю равны. Если мы подставим все равны нулю, то получится ли у нас выполнимая штука? Или не получится? А как мы пришли к тому, что мы обнулили все?
Только из-за того, что мы можем прийти. Если у вас c будет равно единице, тогда у вас должно быть не c тоже истина. Понимаете? Ну, вот до этого. Это же мой частный случай. Нет, ну нет. Это для c. Это частный случай для c, да, я согласен. До вот этого выделенного зелененьким определенного мы дошли по транзитивности импликации. Вот у нас есть путь из c в не c. То есть из одного литерала в литерал другой полярности. Записали такую импликацию. Записали такой факт, который мы вывели на основании этого графа. Что если у нас c когда-либо будет равно единице, ну, то есть когда мы пишем c, значит мы говорим, что c равно одному. Следовательно, у нас нет c должно быть равно одному. То есть нет c должно быть равно одному. То есть c равно нулю. То есть если у вас c равно одному, то она должна быть c равно нулю. Это только очень странный факт. Значит, что c равно одному не должно быть никогда. Это то же самое вы можете увидеть, если вы просто импликацию раскроете через дедюкцию. То есть это эквивалентно не c или не c. Ну, то есть что просто эквивалентно не c. И это у вас есть выведенный факт, что c, что вот этого должно быть истиной. То есть c равно нулю. То же самое вы можете сделать для b и для a. У вас есть путь из a в не a. Вот он. И у вас есть путь из b в не b. Вот он. Также по транзитивности его видно. И также у вас будет утверждение типа b, следовательно, не b. Из чего следует, что не b. Если вы подставите все нули, то это выполняющий набор или не выполняющий? Ну, вроде выполняется. Да, выполняется. Да, у вас тут типа единичка, тут единичка, тут единичка, тут единичка. Все клозы засатисфайны. То есть каждая клоза, она единичке равна. И у вас все клозы должны быть равны единичке. Действительно, на наборе 0 у вас так получилось. Но мне кажется, здесь нам просто повезло, чтобы мы типа сделали такие выводы на основании анализа этого графа. И вообще так можно так было не делать. Здесь просто повезло скорее. Предлагается делать следующее. Предлагается рассмотреть в этом графе. Мы просто заранее знаем теперь, какой ответ. Даже модель знаем. Типа 0,0,0 – это модель. И, скорее всего, это она единственная. Но, может, и нет. Предлагается сделать следующее. Рассмотреть в этом графе все компоненты сильной связанности. Ой. Будем писать синеньким, например. Я тут активно пользуюсь тем, что типа, мы нарисовали граф какой-то и так далее, но хоть мы их еще не проходили, должны быть типа, в следующем семестре проходить, но я думаю, что на основе того, что такое граф, вы понимаете. И что такое компонент сильной связанности, скорее всего, уже слышали. Или не слышали еще. Это когда из одной вершины можно попасть в другую и наоборот? Да, если бы у вас был обычный граф, то есть он был неориентированный, то связанность – это когда у вас просто есть путь какой-то. То есть из c, например, можно достичь не c. Так же, как и с любым другим вершинам. То есть он просто связанный. Сильная связанность – это понятие, которое применимо к ориентированному графу. В ориентированном графе есть компоненты сильной связанности, такой подграф, например, вот такой, в котором из каждой вершины можно дойти до любой другой и обратно вернуться. Ну или просто типа для любой пары вершин у вас есть путь из а в b. Ну из b в а тоже есть. Отношение симметрично, и оно рефлексивно, и даже транзитивно, по понятным по причинам. То есть можно даже догадаться, что это отношение эквивалентности, отношение сильной связанности. И это отношение эквивалентности вам позволяет разбить ваше множество вершин на такие классы эквивалентности. Каждый класс эквивалентности будет как раз компонентом сильной связанности. То есть в каждом таком классе у вас все вершины между собой сильно связаны. То есть из B можно достичь в не А. Из неа можно достичь неба и так далее. Ну, для понимания полезно типа, выделить что-нибудь, что не является компонентой сильной связанности. Смотрим вот такую штуку. В ней как бы у вас, например, можно дойти из А в не А по вот такому пути, но обратно нельзя. Поэтому у вас нет сильной связанности между этими двумя вершинами. А в компоненте должны все вершины попарно быть сильно связаны. Поэтому то, что я выделяли вот так вот, вот так вот. Это как раз компонент сильной связанности. Они в том числе могут быть вот такие вот единичные.
но, может быть, вот этим интересные. Там не все вершины между собой связаны напрямую ребрами, но типа по транзитивности будет понятно, что они связаны. Вот. После этого вам нужно проанализировать все компоненты и понять, что у вас происходит внутри каждой компоненты. Если у вас в какой-то компоненте связанности, вот нарисуем ее отдельно, получилось так, что у вас есть вершина X, например, и вершина не X, ну, естественно, там есть какое-то ребро, или даже нет, типа у вас есть путь в этой компоненте по каким-то ребрам туда и по каким-то ребрам обратно. Именно поэтому они попали, собственно, в одну компоненту сильной связанности. То что вам говорит такая компонента, если вы такую компоненту выделили в вашем графе? Ну, значит, типа будет противоречие, у нас функция невыполнима. Да, у вас из этих двух путей, это уже не ребра, а именно пути какие-то по разным ребрам, следует два факта, что если x, то не x, и если не x, то x. Ну, естественно, совокупность этих двух фактов, она противоречива, она никогда не выполнима. Значит, что вы не можете ни одно значение туда подставить, значит, что вы не можете найти модель для вашей исходной задачи выполнимости. Поэтому если у вас получилась такая компонента сильной связанности, в которой у вас присутствуют литералы разных полярностей для одной и той же переменной, то вся ваша задача становится анса. И тут типа неочевидное утверждение, что если вы такого не видите, то значит все прекрасно, и у вас задача выполнима. То есть если у вас получилось как-то разбить на компоненты сильной связанности, ну, тут единственным возможным образом это можно сделать, и в каждой компоненте у вас нет контрарных литералов, вот таких вот, типа, что x и не x, то значит все хорошо, и типа задача выполнена. После этого нужно как-то, правда, найти модель. Я, к сожалению, не скажу вам, как именно здесь ее находить, но можете загуглить. Скорее всего, там будет рассказываться, как найти по компонентам сильной связанности дальше какую-то модель. Но мы одну уже нашли, типа вот 0,0,0 подходит. Вот в это утверждение, что если у вас типа не получилось найти вот такую противоречащую компоненту сильной связанности, из этого следует SAT, то в это утверждение нужно просто поверить, видимо. Оно как-то доказывается, по-моему, не просто. Но раз это доказано, то мы можем этим пользоваться. Ну окей, мы не будем этим пользоваться, мы будем просто знать, что это правда. И что такое алгоритм? Решение 2 SAT, оно сводится к тому, что вы просто ищете компоненты сильной связанности, еще хорошо. Если делать это вручную, типа вот рисовать граф, рисовать компоненты сильной связанности, то вроде как все понятно и, наверное, даже просто. Типа вы смотрите все эти штуки и так далее. Потом визуально находите компоненты сильной связанности. Программно вам нужен какой-то алгоритм, который будет находить компоненты сильной связанности. И если такого алгоритма нет быстрого, то получается исходное утверждение о том, что 2 SAT типа хорошо быстро решается, оно некорректно. Но на самом деле для задачи определения компонент сильной связанности есть быстрые алгоритмы. Они все полиномиальные. Даже самый тупой, который можно придумать, он все еще полиномиальный. Вам нужно просто два раза пройтись. Ну, не два раза. Для каждого литерала, для каждой переменной. Нет, для литерала. Да, для каждой вершины вам нужно дважды пройтись DFS-ом в одну сторону и как бы в такую в обратную сторону и посмотреть, что вы покрыли. И определите после этого, что с чем связано. В прямом направлении и в обратном. Таким образом определите компонент сильной связанности. Но можно и быстрее сделать. Если зарубить, там найдутся алгоритмы Тарьяна и еще кого-то на К. У меня, к сожалению, не было их, когда я учился в университете, поэтому я их не помню. Но если вы загуглите, найдете их. Они все очень как бы прикольные, быстрые, полиномиальные, поэтому из этого следует факт, ну, из того, что типа компоненты сильной связанности связаны с решением вот этого 2 SAT, что 2 SAT типа решается за полиномиальные. Окей. Вроде как с ним все понятно, задача вроде как простая, типа даже кажется не сильно ограниченной, типа всего лишь у вас типа формула находится в таком особом виде 2 КНФ. Может быть, вообще любую формулу можно в это все превратить, наверное. Поэтому казалось бы, что если вы возьмете и рассмотрите следующую по сложности как бы задачу 3 КНФ,
то, наверное, будет типа примерно такая же штука по сложности. Просто, может быть, чуть сложнее, потому что типа там три чего-то. Но на самом деле нет. Вот здесь, когда вы переходите задачу 2 SAR, задачу 3 SAR, происходит качественный переход, вы теряете полиномиальный алгоритм, потому что вы теряете возможность применять граф импликации, вот такой вот implication graph, вот именно в таком виде. Он потом всплывает в некоторых алгоритмах. То есть применили эту структуру данных, как бы визуализацию для решения. Но вообще для другого и как бы точно не в таком виде. Поэтому нельзя так просто типа построить какую-то вот такую вот простую штучку, найти там какие-то компоненты за полином и внезапно решить в том числе 3SAT. То есть когда вы приходите к 3SAT и дальше, типа вообще когда у вас произвольные КНФ, то у вас нет, к сожалению, пока что алгоритма, который их решает за полином. Эти факты о том, что решается за полином или не решается, формулируются следующим образом. 2SAT, как мы поняли, решается тем, что вы находите компонент сильной связанности, тарьяном или тем алгоритмом на букву К за линию буквально. И это пишется вот так, что типа эта задача 2SAT, она полиномиально разрешима. Этот факт еще записывается математически так, что 2SAT – проблема 2SAT. Как проблема, типа как какое-то абстрактное явление, принадлежит классу P. Класс P – это, собственно, класс полиномиально разрешимых задач. То есть задачи, у которых есть какой-то алгоритм, который решает ее за полином. Это хороший класс. В нем практически все, что вы изучаете на курсе алгосов, типа всякие там сортировки и так далее. Какие алгоритмы вы еще изучаете? Хэширование всякие там DFS, ABFS и так далее. В общем, почти все, что вы видели, оно, скорее всего, было в этом классе. Каким бы полиномом оно ни описывалось. Даже квадратом, даже кубом и даже шестой степени. Но есть и задачи, которые, естественно, сложнее. Например, вот 3SAT. Он... кажется, что не решается за полином. Про такие задачи говорят, что такие задачи принадлежат вот такому классу NP. И хотелось бы, естественно, сказать, что типа они не решаются за полином, типа они не полиномиальны и так далее. Но на самом деле вот эта штука расшифровывается немножко по-другому, поэтому здесь будьте внимательны. То есть не нужно здесь никакую интуицию тащить вообще. Сначала изучите типа, как действительно это все выглядит, вот эта вся тема с теорией сложности. А потом делаете из этого какие-то выводы. Здесь интуиция не работает, в том числе на уровне обозначений. Обозначения очень странные, типа NP. Поэтому нужно смотреть, что они обозначают. Обозначают они примерно следующее. NP обозначает недетерминированно полиномиальное. И это обозначает вот такую странную длинную фразу, что это такой класс задач NP, похожий на P, но он типа NP, для которых есть какой-то алгоритм, который решается... который типа, позволяет решить вашу задачу, например, в этом классе NP за полиномиальное время, то есть это то, что мы хотим, но на какой-то очень странной, мистической, недетерминированной машине Тьюринга. Недетерминированная машина Тьюринга, ну вообще машина Тьюринга это типа универсальный вычислитель, универсальная такая модель вычислений, которая типа эквивалентна тому, что у нас уже есть в распоряжении, как у человечества. У человечества есть компьютеры, они умеют вычислять всякие штуки, типа там складывать числа, вычислять логические выражения и так далее, хранить там что-нибудь. Вот они все эквивалентны с точки зрения математики вот такой машине Тьюринга. Или наоборот, типа машины Тьюринга, как математическое понятие, с точки зрения вычислений каких-либо возможностей вычисления, она эквивалентна нашим компьютерам. Именно обычная детерминированная машина Тьюринга. Если ей там что-то подать на вход, то она вам всегда что-то вернется. Так же, как и функции, так же, как, например, простейшие схемы, которые мы до этого проходили, простейшие гейты. У нас, например, есть гейт и. Если вы подаете ему что-то на вход, то вы знаете, какой у него будет ответ. И даже у ячейки памяти тоже детерминированное как бы, поведение. Если вы в нее что-то затолкали, то она всегда будет продуцировать либо 0, либо 1, несмотря на то, что она затолкает. Несмотря на то, что у нее разное поведение, ну, зависящее от времени, в зависимости от того, что вы туда затолкали, но оно детерминированное. То есть вы заранее знаете. Ну, мы исключаем ситуации, когда типа, у вас компьютер типа, находится где-нибудь рядом с источником радиации, и там внутри меняются биты на то, что вы не знаете. Мы такие ситуации как бы не рассматриваем. С точки зрения теории у нас машины Тьюринга, как математические вычислители, и наши компьютеры, которые в реальности работают, они как бы детерминированы. Вот недетерминированные машины – это как раз то, что очень похоже на квантовые компьютеры, но на самом деле не совсем. Я гуглил этот вопрос, типа в чем, точнее, похожи ли они.
И как-то очень странные ответы получал. Типа, в чем-то похоже, в чем-то нет. В недетерминированной машине Тьюринга можно представить, что когда вы подаете что-то на вход в какому-то вычислителю, то машина переходит не в одно состояние следующее, которое детерминированным образом как-то зависит от входа, а она переходит во все возможные состояния, в которые только может перейти. И как бы в них находится. И ответ вы получаете только в конце, когда все это типа вычислится во что-то. И ответ, естественно, будет как бы не один. Вы, правда, при этом должны что-то сделать так, чтобы ответ был именно один, то есть свести все ответы к одному. Ответ вот в задаче SAT у нас ровно один, типа либо да, либо нет, типа задача выполнима или нет. Недетерминизм в SAT можно увидеть, например, в очень простом и глупом, типа полном переборе всех наборов, которые у вас есть. Вот как я сказал, типа, можно в тупую просто перебирать все наборы и вычислять значение функции. Вот можно попросить недетерминированную, мистическую, ну, заранее скажем, что типа ее не существует в реальности. Но такую машину попросить ее вычислять все возможные наборы, но не по очереди, а одновременно. И она типа возьмет и во все их посмотрит, вычислит значение функции, потом проверит, типа, получилось у вас 1 или 0. И если 1 хоть где-нибудь получилось, то она скажет вам, да, ваша задача выполнена. Ну, вот оказывается, что действительно таких машин пока что нету. У нас есть квантовые компьютеры, но они, видимо, вот, ну, не, видимо, они не совсем похожи на недетерминированные машины, потому что квантовые компьютеры у нас существуют в реальности, они физически работают, а недетерминированные машины Тьюринга у нас в реальности не существует. Но как математическая модель есть такая штука. Вот если бы у нас получилось бы ее построить как-нибудь, каким бы она устройством ни была физическим, то бы на ней бы мы могли решать запрещено бы вот такие вещи, которые находятся в классе НП. Но пока не так. Поэтому бэктрекаясь обратно, можно сделать вывод, что типа раз типа у нас нет таких машин, то и нет никаких алгоритмов, которые решают типа вот эти НП задачи за полином, то, наверное, можно с натяжечкой говорить, что типа все, что лежит в НП, оно типа не решается за полином. На самом деле типа это более-менее правда, потому что мы пока не знаем алгоритмов, которые решают за полином на наших обычных компьютерах. Но зато мы знаем, что типа любой, даже вот самый простой алгоритм, типа даже тупой, типа полный перебор, типа за полином решается на такой мистической, недетерминированной машине. Потому что она умеет делать вот такие странные вещи, типа вычислять сразу все одновременно. Вы можете представить себе любой параллельный вычислитель с бесконечным количеством ядер, как недетерминированную машину Тьюринга. Но таких у нас тоже в реальности нет, потому что у нас всегда количество потоков или там ядер или чего-то ограничено. А с точки зрения математики, вот здесь нам нужно именно бесконечное количество типа возможных вычислений одновременных. Вот. Это что касается класса НП. То есть НП значит не детерминированный полиномиальный. То есть все еще полиномиальный, но не детерминированный. Можно вопрос? Вот да, насчет полиномиального класса. Если алгоритм... Ну да, П. Если, допустим, алгоритм работает за полином, то он к нему принадлежит, да? Классу P. Нет, алгоритм не принадлежит. Задача принадлежит. Задача, если у нее есть алгоритм, который решает ее за полином, то она типа полиномиально разрешима. Задача. А если она решается, допустим, за какую-то показательную функцию? Ну, то есть 2 в какой-то, то есть за экспоненту? Ну, да, да. То вы не можете сказать, что она принадлежит P, пока вы не представите алгоритм. Сортировка, например, принадлежит классу P, потому что ее можно решить за типа n log n или за n квадрат, например. У нее есть полиномиальный алгоритм. Если вам не хочется решать ее, вы можете решить ее типа в тупую, типа полным перебором или еще как-нибудь за факториал, например. Но это все еще не отменяет того факта, что она полиномиально разрешима, то есть она все еще лежит в классе P, потому что есть алгоритм, и вот он вам показан, типа сортировка, не знаю, мерж-сорт какой-нибудь или хип-сорт, который решает ее за полином. То есть важно именно наличие такого полиномиального алгоритма. Если он есть просто, то без разницы, как вы именно будете решать сама задача, она уже принадлежит классу P. А у 3SAT вы не можете представить такой полиномиальный алгоритм для 3SAT, для задачи. Точнее, не то, что не можете. Вы, наверное, можете. Никто не доказал, что типа нельзя. Но его пока нету. Поэтому мы не можем сказать, что она принадлежит классу P. Все, что мы можем сказать, это что она принадлежит классу NP, потому что у нас есть тупой алгоритм полиномиальный для недетерминированной машины Тьюринга. Вот такой. Мистическую. То есть, если у нас есть решение, допустим, за показательную функцию, но нету, не нашли мы решение за
полиномиальную, ну, типа полином не нашли, значит, она принадлежит НП все равно, классу НП. Да. Окей. Нет, бывает, ну, смотрите, типа, это не все задачи, которые... Смотри, тут вообще два вопроса, две штуки, которые я хотел сказать. Во-первых, не путайте, типа, задачу, вот, три сад, например, или просто сад, как абстрактное явление, как совокупность всех задач. И конкретную задачу сад, типа, конкретный инстанс. Вот это, например, то, что вам дается сверху, вот, например, вот вам, типа, набор клозов. Определите, типа, топоним он или нет. Вот это инстанс задачи сад. А сама задача SAT, она как бы вот формулируется вот так вот абстрактно, типа, что у вас есть, например, эта штука, и вам нужно это сделать. То есть это просто задача SAT. Ну и там же да, SAT, это и SAT формулируется по-своему. Там, вот. И когда мы говорим про задачу, вот в этом смысле, мы имеем в виду, типа, в общем случае. И ну, когда мы пытаемся придумать для нее алгоритм. То есть чтобы нам нужно придумать такой алгоритм, который решал бы все инстансы этой задачи, какой бы мы ни дали. То есть для 2SAT у нас есть универсальный алгоритм полиномиальный, который решает любую 2SAT задачу, любой инстанс задачи 2SAT. Для 3SAT, наверное, можно найти типа, такие инстансы, которые ну, просто сразу будет видно ответ. Но это не показательный алгоритм. Нам нужно именно придумать алгоритм полиномиальный на обычном компьютере, который бы решал 3SAT типа, за полином. Вот такого как бы нет, поэтому оно не принадлежит P. Чтобы... Вот, и дальше вторая штука. У вас есть задачи сложнее, чем типа полиномиальные, сложнее, чем НП. Те, которые типа нельзя решить за полином, даже типа на детерминированной машине Тьюринга. У меня нет примеров таких. Я с этим не сталкивался. Типа по теории сложности, как бы дальше, чем НП, я не выходил. Но можно себе представить такие задачи, которые, даже если у вас будет такой универсальный сверхвычислитель, вот такой недетерминированный, то даже на нем вы не сможете решить за полином, потому что там все равно нужно будет делать какой-нибудь полный перебор, какого-нибудь полного перебора или что-нибудь еще. Скорее всего, верификация языков программирования к этому относится. Какая-нибудь полноценная. Для этих программ, точнее, на языках программирования. На нормальных. Но я не уверен. Точно вам не скажу. Поэтому не думайте, короче, что у вас есть только P и NP. Это как бы не две стороны чего-то. Это именно два расширяющихся класса. У вас, типа, если рисовать какую-нибудь картинку, которую обычно всегда рисуют, типа, у вас есть класс P, и у вас есть класс какой-то NP, который, вот, типа, покрывает его. Понятно, почему они вложены, потому что, типа, если у вас есть какая-то задача, например, сортировка, вы ее в том числе можете решить на недетерминированной машине, тоже за полином, но просто сделав те же самые, типа, операции, которые вы делаете в сортировке. Но просто запускать будете на недетерминированной машине. Поэтому это все еще полиномиальный алгоритм на недетерминированной машине. То есть это принадлежит классу НП. Поэтому провожность тут понятно, почему так можно себе объяснить. Но как видите, типа, эти два множества, типа, они вот такие вот. Дальше есть какие-то вот такие задачи, которые, типа, очень странным поведением обладают. Очень странными определениями. А, ну, собственно, вот, кстати, дальше будет как раз пример того, что типа сложнее, чем НП. Вот, чуть дальше к этому придем. Вот, это была история маленькая про разницу P и NP. Вот, говорят, что типа 3SAT уже принадлежит NP, то есть это NP проблема, принадлежащая классу NP. Про обычный SAT, он как бы равносложен 3SAT, поэтому в дальнейшем, ну, то есть, типа, на 3SAT останавливаться не будем, типа, зачем нам именно какая-то ограниченная версия SAT, если типа SAT равносложный. Поэтому лучше типа, формулировать все в виде нормальных КНФ произвольно, с произвольным количеством литералов и как бы решать его. Как бы, скорее всего, так будет удобно. Задача SAT в общем случае, или КНФ SAT лучше говорить. Вообще и circuit SAT, или любой SAT, он принадлежит классу NP, и часто говорят, что он не просто принадлежит классу NP, а принадлежит классу NP-complete. Класс NP-complete – это еще один термин. Слово complete вот здесь. Если вот здесь синеньким, вот везде черненьким написан основной материал, синеньким написаны некоторые поясняющие вещи, типа какие-то термины раскрытые, что-то я поясняю. Оранжевеньким написано, что на самом-то деле, и если вы вообще до этого ничего не поняли, то оранжевенькое даже не читаете. Сейчас мы расскажем, типа, в общем случае, типа, что значит complete, а потом, типа, поясним, а на самом деле вот так. Complete значит, что, типа, все задачи, которые у вас есть в NP, другие NP-задачи, SAT не единственная по задачам. И 3SAT тоже не единственная по задачам.
там есть еще 4 са и так далее. Все NP-задачи можно привести, трансформировать или редуцировать. Вот, ну, часто используется слово reduce, ну, по-русски, наверное, трансформировать в SAT. Если можно превратить в SAT, то SAT является complete. То есть он complete вот в этом смысле, что к нему все остальное можно свести. То есть он как бы центральный. И, кстати, он как раз, это была первая программа, для которой так сделали. Кук, по-моему, это делал, если я не ошибаюсь, в 71 году. Он просто рассмотрел другие задачи, тоже, которые принадлежат классу NP, и все их трансформировал в SAT. То есть, типа, вы можете решать не те задачи, которые другие, а всегда решать одну и ту же задачу SAT, а потом просто ответ по задаче SAT трансформировать обратно. Вот. Теперь давайте поясним, что же на самом-то деле типа, имеется в виду, когда говорят про complete и про NP complete. На самом деле есть еще термин NP-трудный, NP-трудный класс, или класс NP-трудных задач, вот такой вот, NP-hard. Первое время, на самом деле, сложно запомнить, что там NP-трудное, что NP-полное, поэтому я могу вас понять, да. Тут много разных терминов. Типа. Вроде бы NP-сложно называется. NP-сложно, NP-трудное одно и то же, мне кажется. Ну, типа, hard как вы переведете? Ну да, типа вот начинаются вот эти сложности с переводом слова hard, да. Поэтому проще, наверное, вообще оперировать только типа английскими терминами, типа NP-hard. Поэтому вот продолжим так говорить. Проблема какая-то, то есть, например, SAT, она называется NP-трудной или NP-hard, если все другие проблемы можно и к ней трансформировать. То есть то, что я сказал, на самом деле было NP-hard. Здесь нужно пояснить, что такое трансформированные за полиномиальное время, но для этого лучше, наверное, посмотреть статью Википедии про сведение по карпу. Был такой человек карп, описал это все, поэтому назвали все с него сведение вот по его интерпретации. И NP-complete, про это я тоже сказал, что SAT типа относится к нему. Это пересечение классов NP и классов NP-hard. Что это значит на практике? Например, почему мы задачу SAT считаем NP-сложной или NP-трудной, NP-hard? Потому что к ней можно действительно все задачи свести, которые находятся в NP. Вот здесь примерно так и пояснено. У вас есть какой-то класс NP, вот этот оранжевенький, там есть какие-то задачи. То есть они вот тут лежат, где-то вот тут. Вот он, собственно, SAT. Вот другие задачи какие-то. И у вас есть какие-то, и у вас есть класс какой-то NP-hard. Скорее всего, ну, у вас две ситуации, которые могут быть. Либо у вас типа находится вот так все. Либо она пересекается. Либо вообще вложено, но на самом деле, понятное дело, что не вложено. Давайте для простоты лучше, наверное, вообще рассматривать вот такую ситуацию, когда у вас типа классы как будто бы не пересекаются. То есть вы пока не знаете, пересекаются или нет, ну, наверное, нет. Поэтому NP-hard — это те задачи, к которым можно свести все, что находится в NP. То есть типа вот здесь задача какая-то находится, она такой называется, что она такая NP-трудная, потому что к ней можно все остальное свести. То есть что бы вы отсюда не выбрали, все можно быстренько хоп и трансформировать в такую суперсложную задачу. Ну, всегда же вы можете задачу вашу простую усложнить и сделать ее NP-трудной. Пожалуйста, вот. Если это так, если у вас получилась такая удобная для описания задача, чтобы к ней все остальное из NP свелось, то она NP-трудная. Вообще, когда вы не можете так сделать, когда вы не можете что-то превратить в задачу NP-трудную? Потому что вот это вот сейчас кажется, что типа, любую задачу возьми и типа, преврати ее вот в эту. А когда вообще такое не бывает? Когда такое сделать нельзя? Что вообще значит? Как можно вообще, ну, как-то модифицировать задачу? Что имеется в виду? Хороший вопрос. Чуть позже это пройдем. Пока придется представить, что модификация задачи, ну, редукция,
значит, что вместо того, чтобы решать вашу исходную задачу, вы решаете ту задачу, к которой вы сводили. Например, к сатуму сводим все. Ну, так всегда говорю, что типа, все можно сводить к сатуму, например. И затем решаете задачу SAT какую-то. У вас получился какой-то инстанс конкретный, там какие-то клозы, собственно, вы определяете, выполнимо они или нет. У вас получается какой-то ответ про эту модель. Вот эту модель вы обратно как-то, обратно трансформируете, так сказать, и получаете ответ на вашу исходную задачу, которая у вас изначально была. Это позитивная ситуация, а негативная, когда вы решаете SAT и доказываете, что у вас типа unsat, то есть у вас нет выполняющего набора. Тогда вы просто откатываетесь обратно к вашей изначальной задаче и понимаете, что типа то, что вы там хотите у себя сделать в исходной задаче, это невозможно сделать вообще никак, потому что SAT не решился. То есть то, к чему вы свели. Ну, у нас класс... Единственное ограничение здесь, что пока вы сводите, вы должны потратить не больше, чем полиномного времени. Но здесь пока можно это не отвлекаться. Ну, смотрите, у нас же NP содержит в себе класс P. Это как бы надо множество. Ну, в том числе, да, вот такое вот. Две задачки, что они самые важные. И что? Ну, возможно, их нельзя свести к харду, возможно. В том числе их тоже, ну, должно быть, можно. Они тоже сводятся к NP трудным по определению, потому что NP трудные – это те, к которым сводятся все из NP. Ну, так как P принадлежит NP, то типа P-шные задачи тоже сводятся к NP трудным по определению. Единственное, что вот в этом классе не оказывается в NP трудно, это задачи, которые еще сложнее, чем NP трудные. Такие задачи вы, естественно, не можете превратить за полином, типа, как-то в NP трудную, решить ее по-быстренькому, ну, типа, относительно тех, и получить ответ на более трудную задачу. То есть, как бы, этот класс какой-то ограничен. Вот он вот какой-то вот такой. Но в целом он, типа, включает в себя действительно все задачи, к которым можно свести NP. В том числе, например, SA, там, и другие значит, сортировки какие-нибудь, там, изоморфизм какие-нибудь и так далее. Ну, к сожалению, я не могу говорить все задачи, потому что мы ни одну из них пока не затрагивали. Поэтому пока что просто верите, что они есть, что это какой-то класс. Ну и там, типа, можете представлять себе сортировки, потому что P в том числе входит в NP. Вот. Ну, то есть определение такое очень, типа, свободное. Что, типа, это все задачи, к которым сводятся все из NP. И дальше вы должны думать, типа, пересекаются эти два класса или нет. Вот оказывается, что по определению то место, где они пересекаются, оно называется NP-complete. И дальше вы должны, вот, собственно, способствующий пониманию момент. После сведения, после того, как вы свели какую-то задачу, к какой-то, к которой вообще все остальные NP-шные тоже сводятся, например, к SAT, вы либо получаете NP-задачу, то есть, типа, у вас была какая-то NP-задача, вы ее свели к чему-то, к чему все остальное тоже умеет сводиться, например, к SAT. И вы все еще остались в NP-классе. То есть, типа, что значит в NP-классе? Значит, что вы решаете за полином на недетерминированной машине Тьюринга. То есть, такое, типа, можно сказать, ну, на обычной машине это решается за эксперимент. Ну, пока что, типа, лучше нету. Все, что находится снаружи NP, ну, то есть, если вы рисовать другую картинку, что, типа, вот у вас есть класс P, у вас есть класс NP, который, скорее всего, решается за экспоненты от времени. То есть можно так написать. Экспоненты от P. Ладно, это не так пишется. Это вот так пишется. Можно предположить пока что, что это типа одно и то же, что NP и экспоненциальное время, задача, которая решается экспоненциальное время, это одно и то же. Потому что ничего лучше мы предложить пока что не можем. Вот. А дальше, вот здесь снаружи, у нас лежит все, что типа не решается даже за экспоненту. То есть оно еще больше времени требует. Вот, собственно, здесь, когда мы типа рассматриваем задачу, вот этот класс NP трудных, NP hard задачу, у вас может быть такая задача, типа такая формулировка. Она такая типа интересная, такая очень универсальная задача, к которой действительно все, возможно, все NP задачи можно свести. Какая-нибудь оптимизационная задача, например, вот эта вот штучка. И вы к ней все остальное сводите. Типа найти там минимум какой-нибудь функции.
Вот, какое-нибудь линейное программирование, например, здесь, скорее всего, находится. А, то есть оно у вас достаточно мощное, чтобы с ней сводилось все, все из NP, но когда вы потом спрашиваете себя вопрос, типа, а получилось ли у меня все еще NP-задача, оказывается, что, типа, нет, не получилось, потому что эта задача настолько, типа, универсальная и клевая, что она стала решаться сложнее, чем NP. То есть она, типа, не входит в этот класс. Это, скорее всего, не то, что вам нужно, но оно, типа, бывает по определению NP-трудности. То есть в том числе есть вот такие задачи. Вот на этой картинке находится где-нибудь вот здесь. Ладно, напишем вот так. Это же программинг. Оптимизационная версия. Но в том числе есть и задачи, например, SAT, собственно, тот, который мы изучаем, к которому все остальное из NP можно сводить за полином вот так вот, и вы все еще останетесь в этом классе NP. То есть вы все еще будете решать его за экспоненту. То есть он такая же, это такая же рядовая задача, как и все остальные NP-задачи. Но он настолько клевый, что к нему все остальное можно сводить. То есть вот здесь, на самом деле, стрелочки типа, не совсем как написано. Типа вот эта штучка, она сводится не только к этому, ее можно и к этому свести, и вот к этому свести. И эту задачу тоже к этому можно свести. Но вот так сделать, кстати говоря, нельзя. Потому что вот эта задача, она не лежит в классе NP-трудных. Поэтому к ней нельзя сводить другие NP-задачи. Ну, в общем случае. То есть вот это место, которое пересечение, оно как раз логически получается множеством таких задач, которые типа настолько клевые, что к ним все остальное сводится. И они все еще типа не суперсложные. То есть они самые простые из NP-трудных. Понимаете? А у нас NP-трудные не будут каким-то типа бесконечным множеством условно? Ну, это множество задач. Ну, я не знаю, насколько вы считаете бесконечным или нет. Например, множество P задач, наверное, разрешимых, оно бесконечное или бесконечное? Сколько алгоритмов вы знаете? Сколько алгоритмов вы еще не знаете? Их конечное или бесконечное количество? Точнее, не алгоритм, а задач. Сложно сказать, конечное оно или нет. Скорее, конечное. Потому что, чтобы доказать, что какая-то задача является NP-трудной, то есть вот такой, вам нужно свести к ней все остальные задачи в NP, то есть все, которые у вас есть. Или хотя бы к этой задаче вот такой свести SAT, потому что вы знаете, что все остальное сводится к SAT, а если вы SAT свезли к этому, то вы доказали, что оно NP-трудное. То есть для каждой очередной задачи, которую вы находите, вам нужно сначала это сделать. Как только вы это сделали, вы сюда это помещаете. Понятно, что люди это сделали конечное количество раз. Поэтому это множество пока что конечное. Потенциально, я не знаю, конечное или бесконечное. Наверное, философский вопрос. Сколько задач у нас во Вселенной? Конечное или бесконечное количество? Скорее, бесконечное. Но люди знают только о конечном количестве. Вот этот процесс, когда вы типа доказываете что-то NP-трудное, сводя к этому SAT, это не совсем тривиальная вещь. То есть свести что-то к SAT, это довольно просто. Типа, ну, это каждый день мы делаем. Ну, я хотя бы. А вот SAT свести к чему-то, это типа странно. Типа SAT вроде как достаточно клевый, типа чтобы на нем остановиться уже и хватит. А вот чтобы доказать NP-трудность, вам нужно его к чему-то там свести. Это как бы вот это уже требует каких-то... Не знаю, вряд ли навыков. Скорее нужно, чтобы Бог подсказал, наверное, как это делать. И вот это, собственно, раньше и делали. Я всегда удивляюсь, когда вижу, типа, сведение SAT к чему-то. То есть доказательство NP-трудности чего-нибудь. А в том числе, кстати говоря, нужно это сделать. Нужно сделать это и для вот этих задач, которые вот здесь находятся. Например, тут SAT не единственная задача, которая в NP-complete классе. Тут есть и другие, вот такие, такие. И они все друг к другу сводимы. То есть SAT к ним тоже сводится. Просто это не обязательно делать. За нас это уже сделали в 1971 году. Какой вопрос? А какой глобальный смысл сводить SAT к NP-hard получается? Чтобы определить, что задача NP-hard, чтобы сказать, что она, ну, у вас есть какая-то задача, вы думаете, она NP-hard или нет?
Вот по определению она NP-карте, если вы к ней сможете свести SAT. Или любую другую NP-комплит задачу. Вообще NP задачу. Хорошо, а в чем тогда преимущество NP-hard, что мы хотим к нему свести, получается? Мы не хотим к нему сводить, наверное. Ну, не надо думать про преимущество. Типа, здесь разговор про другую плоскость. Здесь даже не про то, типа, что быстрее чего решается. То есть даже, тут даже не очевидно, что типа NP типа проще, чем NP-hard. Ну, это в другой плоскости разговор идет. Он просто как бы... Это разные определения, очень разные. Типа NP и NP-hard, как видите. Типа NP там про какую-то машину Тьюринга говорил, а NP-hard про сводимость из NP. То есть это как бы такие чуть-чуть пересекающиеся понятия, но они как бы в разных плоскостях. Поэтому я не знаю, типа... Это нужно сделать, когда у вас появляется какая-то новая задача, новая формулировка какая-то. Ну, сейчас уже не появляется, наверное. Раньше появились какие-то. То есть кто-то формулирует какие-то задачи. И им нужно было написать в статье на Википедии, типа, к какому классу она относится. И чтобы написать на статье на Википедии, эта задача NP трудная, а эта NP полная, нужно вот, собственно, свести. За нас-то уже сделали. Тогда еще Википедии должны быть. Вы не могли бы тогда еще раз объяснить, как для произвольного какого-то, для произвольной задачи доказать, что она NP complete? Вам нужно сначала доказать, что она NP трудная, вот такая. То есть, что к ней можно свести все возможные NP задачи. Прямо все, да? То есть если все задачи можно свести к, ну, какой-то другой задаче, то это NP-hard задача. Да. Это именно определение NP-hard. То есть это, вот любая NP-hard задача, она такая, что к ней все возможные NP сводятся. Все. Вообще все. Ну, вы, естественно, можете понять, что они сводятся по транзитивности в том числе. То есть вообще вам достаточно только SAT рассмотреть, например. Ну, что вы знаете, что SAT – это NP-трудная задача. Она уже в классе NP-hard. К ней уже все сводятся из NP-класса. То есть у вас есть вот такие стрелочки. Поэтому если какая-то другая задача, и вы думаете, здесь она или вот здесь находится, вам нужно только типа SAT к ней свести. Потому что тогда вы знаете, будете знать, что по транзитивности любая задача из NP, она сводится к вашей. Вот так вот. То есть вот такая задача, которая в NP-hard, к ней сводится SAT. Но та задача, которая снаружи NP-hard, к ней SAT, ну, нельзя свести. То есть, если у вас не получается, значит, она еще хуже, чем NP-hard. Ну, не то чтобы хуже, я не знаю, как это называть. Нельзя говорить, что она хуже или лучше, или там проще, или сложнее. Она просто не находится. Просто характеристика задачи. Быть NP сложной или NP несложной. То есть мы, чтобы понять, что это NP-комплит, мы должны понять, что каждая задача из NP сводится к нашей задаче, и SAT сводится к нашей задаче, или как? Сейчас еще раз, какой вопрос? Понять, что она NP-комплит? Да. Но сначала доказать, что она находится в NP-hard, то есть она находится в финитой штучке. А дальше проверить, типа, решается она за полином на детерминированном машине Тьюринга или нет. А, окей, понял. Тогда вы узнаете, типа, находится она в оранжевой штуке или не находится. Если находится, то есть на пересечении находится, то это NP-complete по определению NP-complete. Это просто пересечение этих двух классов. То есть у NP-complete нет своего определения. Это просто пересечение типа NP и NP-hard. Поэтому вот здесь нужно зачеркнуть, наверное, раз мы пояснили, что типа надо читать на самом деле оранжевую запись. Да, теперь понятно. Хорошо. А вот из этой всей длинной истории понятно, что типа по определению NP-completeness SAT, раз она является NP-completeness, она клевая задача, потому что к ней все остальные задачи можно свести, NP-шные задачи. Дальше нужно понять, какие вообще NP-задачи существуют, чтобы понять, типа, насколько она клевая, насколько другие клевые задачи можно сводить к ней. Вот есть некоторый список задач. Вообще интересный есть список 21 проблема Карпа.
Arps 21 NP complete проблема. Это как раз вот... это не Кук был. Да, это был Карп. Ё-моё. Да, вот Кук доказал в 71 году про то, что SAT NP complete. А, да, все-таки это был Кук. А Карп потом, типа, через брод, видите, написал, что, типа, я еще знаю задачу, которая тоже NP complete. Вот. И вот некоторые из них перечислил. Вот некоторые из них тоже тут перечислены. Это те, которыми мы, возможно, столкнемся в следующем семестре. Там большинство этих задач, они графовые, потому что они удобно формулируются, удобно визуализируются, ну и часто возникают, видимо, на практике. Или к ним можно другие задачи сводить. Но если, типа, не графовые, например, там задача в рюкзаке, ну, а какие-то вариации. Или там... Ладно, все остальные графовые. Вот. Пример, вот, например, вот такая задача есть. Если раскраски графа кодируются вот таким образом. Сейчас вернемся обратно. Есть и другие NP-задачи, понятное дело. Ладно, нет. Вот один момент еще потом расскажу, после того, как мы разберем вот эту штуку. Забавный момент. Собственно, задача у раскраски графа формулируется следующим образом. Настоящее нормальное описание у нее, название точнее вот такое, k-coloring задача, k-coloring problem. Вам нужно раскрасить граф в заданное число k цветов, то есть потратив не больше, чем k цветов. Сначала нужно понять, что такое граф и так далее. Вот вам говорится, что у вас есть крутой граф, там есть какие-то вершины заданные, есть какие-то ребра заданные. И вам нужно как-то покрасить его. Покраска, ну, можно смоделировать это какой-то функцией, что типа у вас у каждой вершины есть какой-то цвет. Это если мы рассматриваем именно раскраску вершин. Можно там, кстати, раскрашивать ребра. Ну, аналогично. И каждый цвет должен быть типа от 1 до k, например. Ну, если цвета пронумеровать. И дальше вы должны сказать дополнительные условия на раскраску, которую вы делаете. Вам нужно не просто покрасить все вершины в какие-то случайные цвета, а сделать так называемую правильную раскраску. Вот это еще свойство называется proper coloring. То есть, как говорят, задача раскраски имеет в виду задачу раскраски в правильную раскраску, в корректную раскраску. Такую, что в ней все соседние вершины покрашены разные цвета. Ну, собственно, это можно сформулировать вот этим утверждением очень просто, что color U не равно color V для каждого ребра УВ. Вот, например, вот этот граф можно раскрасить в три цвета? Или нельзя, как вы думаете? Ну, в три можно, наверное. Ну, собственно, да, у вас есть тут вот такой полный подграф размера 3, и он обязан будет раскрашен быть в три разных цвета, потому что иначе у него будут все остальные. Все, ну, точнее, какая-то пара вершин будет покрашена в один цвет. Остальные две вершины можно будет раскрасить разные другие цвета. Тоже как бы все соседние, как видите, разные раскрашены. Можно ли тот же самый граф раскрасить в четыре цвета? Или в пять? Ну, можно, потому что можно в три. Да, то есть как бы все остальные задачи типа размерности, ну, точнее, с параметром больше, они как бы тривиально решаются. Даже вот эта раскраска тоже раскраска в четыре цвета. Просто у вас ни одна из вершин не покрашена в четвертый цвет. И в пятый тоже не раскрашена, если вы в пять раскрашиваете. С другой стороны, если вы спросите вопрос, типа, можно ли раскрасить его в два цвета, то какой будет ответ? Ну, ответ нет. А мы, получается, если из трех хотим проверить четыре, это мы переходим в hard, а если в два, то что в еще? Не hard. Нет, тут не надо никому сводить. Тут скорее вы просто параметр меняете, и все. То есть это же не другая задача. Задача вся та же самая, раскраска графа. А инстансы у нее другие. С разными параметрами входными. Вы только k меняете. Нет, вот здесь под сведением одной задачи к другой имелось в виду, что вы, например, задачу раскраски превращаете в SAT задачу. Вот здесь как раз можно это даже увидеть, как именно вы делаете. У вас есть единственное ограничение, которое у вас должно быть, это вот такое. Что у вас все ребра, которые у вас есть, для каждой пары вершин, которые у вас есть, во множестве ребра, у вас должны быть разные цвета. Можно даже предложить, собственно, конкретную кодировку. Давайте, типа, вот это все, типа, закодируем по-честному в SAT. Кодируем в SAT. Кодировка задачи какой-то в SAT состоит из двух частей. Вам нужно писать переменные, которыми вы будете оперировать.
и ограничения, которые вы накладываете над, над этими переменными. Ограничения будут описывать то, что вы хотите. А переменные тоже будут описывать то, что вы хотите, но переменные будут описывать, типа, из чего это состоит, то, что вы ищете, а constraint будет описывать, как именно оно должно выглядеть, какими свойствами должно обладать то, что вы ищете. Что мы здесь ищем? Мы ищем раскраску, то есть то, в какие цвета раскрашена каждая вершина. Предлагается для каждой вершины ввести переменную, ну, будем называть ее color, с двумя индексами. V, какой-нибудь it, и какой-нибудь c, gt. Аналогическая. То есть это типа обычная логическая переменная, либо 0, либо 1. Можно же. У нее два индекса, типа что какая-то вершина и какой-то цвет. Где v и t, понятно, из множества v, а c житое какое-то от 1 до k. K вам заранее задали. То есть вам говорят, типа, можно раскрасить граф в k цветов. То есть k вам заранее задают. Это не какой-то параметр динамический. Это заранее известная константа. Поэтому здесь ее можно использовать. Вот. Переменная color, еще можно ее, типа, ну, чтобы понятнее было, типа, сказать следующий факт, что color какой-то в c, например, он истинен только тогда, когда вот та функция раскраски, которую вы ищете от v, она равна c. То есть можно сказать даже, что типа нам, как людям, удобнее было бы манипулировать типа стандартными математическими функциями, вот этими color v равно c. Но когда мы сводим что-то к сату, вам нужно манипулировать только логическими переменами, потому что у нас, ну, вход задачи сат должен быть типа какой-то КНФ-кой вообще в финальном виде или какой-то хотя бы формулой. Эта формула должна быть логическая, там должны быть только логические перемены. Вот такие, например. Можно даже, чтобы типа не путаться, вообще переименовать этот color в x, например, какой-нибудь. X. С двумя индексами тоже. И этот x, как логическая переменная какая-то, у него будет два индекса, он будет тогда и тогда истинен, когда типа вот то, что вы ищете, color v равно c. Вот. И так делают, собственно, всегда. То есть сначала моделируете в виде каких-то функций, которыми вам удобно манипулировать, вот такими, а потом просто хоп, превращаете в логическую переменную. Ну, вроде как здесь даже это очень просто. Но в задачах посложнее, типа, возможно, у вас будет не одна переменная, а несколько, которая будет описывать какую-то внутреннюю структуру того, что вы там делаете. Ну, в этих задачах, скорее всего, будет везде одна переменная. Ну, кроме пути, наверное. Вот с путем посложнее будет. Вот. И следующий момент задачи, из которого складывается вся задача SAT, это ограничения какие-то. Какие у нас есть ограничения, которые накладываются на какое-то вот поведение этих переменных, которые описывают наше решение? Любые значения переменных вот этих x-ов нам подойдут или не любые? Подождите, а сколько у нас x-ов всего будет? Сколько? Ну, v умножить на k. Ну, вот в этой задаче у нас будет 5 умножить на 15 часов будет у нас. Ну, если там у нас 5 вершин и 3 цвета. Если мы про это говорим задачу. Если 2 цвета, то 10, собственно, переменных. Это будет не x1 из 10, а x с двумя индексами. То есть x1, 1, x1, 2, x1, 3 и так далее. Какие ограничения накладываются на эти переменные? Любая подстановка этих значений x-ов подходит нам, является этим, или не любая? Ну, очевидно, не любая, но... Как выразить математически в виде каких-нибудь формул? Вот когда сводите в САТ, лучше формулировать что-то в виде формул, а потом, если очень надо, то превращать в КНФ. Но вообще это не обязательно. Потом нужно, видимо, чуть ниже написано вообще, но вряд ли мы к этому дойдем, что не всегда это нужно делать прям в тупую сразу.
нужно будет подумать. Но здесь нам вообще не нужно. Здесь вообще нам нужно только сформулировать хотя бы на языке логики, то есть произвольных форм, в виде произвольных формул. Ну, здесь у нас в общем случае любые иксы, которые представляют соседние вершины, они не равны. Неважно, какого. Во-первых, вот это, собственно, вот было в задаче самой. Вот как раз вот такое утверждение нужно перенести в ограничение. Ну, как-то записать его. То есть, типа, опять-таки, для любого. Не знаю, почему я пишу красным, но мне очень неудобно это читать, но будем сохранять текст. Для любого ребра в у вас типа x в c. Как это записать, как вы думаете? Что color v, color u не равно color v. Так, подождите, а u и v это именно соседние какие-то вершины? Ну, типа, это вот такая вот пара из множества ребер. Во множестве ребер содержатся только те вершины, которые, собственно, смежны. А, окей. Ну да, то есть эта штука перебирает здесь все смежные вершины. Ну, которые рядом, да. В каком-то смысле. А какой был вопрос? Как сформулировать вот этот факт, что color U не равно color V? Оперируя только вот этими иксами. Теперь мы же перешли от удобной штуки к неудобной. Как. Ну, то есть, логический перемен — это действительно менее удобная как, такая вещь. Там мы просто могли писать color чего-то равно чему-то. А здесь у нас тупо есть икс какой-то, который вообще логический. Как, пользуясь иксом, сформулировать вот эту вот фразу color u не равно color v? Но мы можем... Предлагайте ваши идеи. Ну, для любого c, типа x u не равно x, x u c не равно x u v. Для любого c, ну понятно, от одного до k, x u c не равно x v c. Ой. Что значит не равно? Логическими можно сравнивать? Ну, допустим, у нас вот эти переменные, они равны единице, тогда у нас получается вершины раскрашены в один и тот же цвет, действительно. Вот, но это нам не подходит. Ну вот если вам не нравится, что они типа сравниваются логические переменные, то же самое можно записать вот так. X, U, C, тогда не X, V, C. То есть если какая-то вершина U покрашена в цвет C, то соседняя с ней не покрашена в цвет. И этого, кстати говоря, достаточно. То есть вот такой импликации достаточно для, ну потому что там все возможные ребра перебираются. Нет, недостаточно. Да, они же только в одну сторону перебираются. В зависимости от того, как вы вот здесь перебираете ребра, какие они у вас как перебираются. Типа только одна пара перебирается, или типа для каждого ребра две пары, типа УВ и ВУ. Граф как бы не ориентированный, да, но, скорее всего, перебираться здесь будет все еще только одна пара. Поэтому нужно в том числе обратную импликацию. Поэтому да, это все-таки сведется в том, что тут будет двусторонняя стрелочка, а это на самом деле эквивалентные вещи. Что что-то, какая-то переменная логическая не равна какой-то другой, это то же самое, что и типа переменная равна отрицанию. Вот. Ну, то есть, если вам понятна вот эта штука, то хоть и используйте ее, если вы как бы хотите суперформально написать, то придется вот так написать. Чтобы были точно только логические операции. То есть это логическая биимпликация, это отрицание. То есть все как полагается. Вот. Это, собственно, ограничение, которое кодирует основной вопрос. Основное как бы, ограничение на корректную раскраску. Вот это proper coloring. Нужно ли еще какое-то ограничение добавить?
чтобы... Ну, еще у нас, по идее же, одна и та же вершина не может быть сразу раскрашена в два цвета. Да. Это вот здесь было учтено вот в этом вот таком. Это казалось, как бы, ну, не нужно даже в этого было писать, потому что это кажется само собой разумеющимся, но здесь это тоже важно. Поэтому давайте вот это тогда выделим вот так. А вот эту штуку. Ой. Как вы это запишете, уже придумали? Всеми цветами радуги уже использую. Но как записать, что вершина не покрыта, не покрашена в два цвета? Ну, мы берем произвольно, допустим, вершину V. Так. И найдется, причем только один. Существует такой... единственный, но это не логический значок. Давайте этого не использовать. Окей. Не использовать? Не использовать. Ну, типа, вы его встречались, скорее всего, в школе, но, типа, в логике нет такого квантора. Есть квантор, существует. Не для любого. Еще, но не в школе, на сути. Два дуальных квантора. А существует единственный, это очень странный квантор. Ну, то есть его нет в учебниках по логике. Англоязычных, окей. Русскоязычных, может быть, есть. Давайте его не использовать. Как-то сформулируйте, только пользуясь стандартным значением логики. Скорее всего, кстати, будет похоже вот на эту штуку, на импликацию, которую я вам здесь рассказывал. Ну что, придумали? А разве мы на занятиях не использовали, типа, найдется только... А, или это, может, мод-анализ был? Не использовали. Да, это был мод-анализ. Вы можете его использовать, он, естественно, превращается в какую-то другую конструкцию. Вот ее здесь и напишите. Ну, точнее, скажите мне, я напишу. Как по-другому сказать, что, типа, вершина не покрашена в два цвета? Ну, смотрите, у нас мы знаем только два квантора, для любого и найдется, да? Да. Ну что? Ну, может, найдется такой... Ладно, хорошо, я напишу сам. Для любой пары цветов C1, C2, ну, лучше их сразу выбрать так, чтобы C1 был меньше C2, хотя это не обязательно, можно просто все возможные C1, C2. И если какая-то вершина V покрашена в цвет C1, то эта же самая вершина V не покрашена в цвет C2. Ну, то, что они меньше, это как бы не важно. Главное, чтобы они были не равны. То есть можно так, что для любого C1 не равно C2 из этого домена. У вас вот такая выполняется. Можно сразу сказать, чтобы не дублировать одни и те же ограничения, что C1 должен быть меньше, чем C2, потому что тут ограничения очень симметричные. По-моему, не нужно дублировать. Даже дубликация происходит, да? Да, по-моему, достаточно только в одну сторону. Если нет, если очень сильно подумать, то иногда в каких-то случаях нужно все возможные пары перебрать. Но здесь, по-моему, достаточно только вот такие пары перебрать, для C1 меньше, чем C2. И задать такую импликацию. Но не суть. Вот. Это
такое ограничение логическое, оно как раз описывается в другую простую конструкцию, что каждый цвет, он какое-то целым числом задается каким-то. Вот. Но здесь, кстати говоря, мы уже разобрали самые два сложных момента, типа вот первый, как раз, точнее, ну, ладно, окей. Первый момент сложный, это когда у вас типа какая-то переменная, которая типа описывает ваше решение, задается не логическим каким-то выражением, а каким-то числом из какого-то домена, типа от одного до к, например, или что-нибудь еще, то его приходится кодировать вот таким, вот такой переменной с двумя индексами, например, или большим числом индексов, и вот так вот типа все время скакать с определениями, очень странные конструкции делать. И вторая проблема, что иногда у вас типа сравниваются вот такие вещи. То есть здесь цвет, который здесь был, он здесь не перебирался вот в этом определении. Потому что вы просто сказали, что цвет здесь не равен этому. А в логике вам пришлось перебрать все возможные c вот здесь. И для них что-то там сказать. То есть в логическом выражении, когда вы сводите к сату, этот перебор c вылазит. Как бы. А здесь он как бы скрыт, потому что человек как бы сразу понимает, что типа раз они не равны, то типа не равны каким бы цветом они не были покрашены. Вот. Это как бы такие микротрудности, которые возникают, когда вы пытаетесь что-то закодировать в сам. Типа приходится через это пройти ментально, то есть пересилить себя и сделать именно вот эти нужные шаги. Вот. Достаточно ли этих двух ограничений, чтобы закодировать задачу раскраски в k цветов какого-то заданного графа в SAT? Вроде да. Это, ну, вроде типа, да. Похожи ли вот эти два ограничения на какую-то КНФ? Пока не совсем. Но вот такая вот for all quantor, это, понятное дело, большая конъюнкция всех внутренних определений. Поэтому как бы здесь да. Как бы, с внешней стороны как бы у вас типа, конъюнкция. Типа все ограничения между собой типа объединяются, типа, ну не объединяются, а типа складываются через и. То есть вам нужно, чтобы и это выполнялось, и это выполнялось. И это удовлетворяет КНФ-формуле. КНФ-форме. То есть что у вас должна быть конъюнкция чего-то там. Но дальше вам нужно, чтобы внутренние штучки тоже описывались клозами. Как вот такие штучки привести в вид клозов? Вот такие вот и вот такие вот. Ну или вот эти сразу. Ну, неравенство легко представить как А импликация не Б, получается. И это можно разложить уже там. Вот это неравенство? Ну да. Нет, оно вот именно должно вот так расположить, как Б импликация, не Б. А. Но это тоже как импликация можно записать в таком случае. Ну да, это две импликации, в ту сторону и в обратную сторону. Но каждая импликация действительно это просто клоза. То есть если у вас есть x импликация y, то это типа не x или y. Но если у вас вот так, то это типа вот такая клоза или обратная клоза. Видимо вот так. Это две клозы через конъюнкцию. Они внутри большой конъюнкции, то есть вот эта штука for all заменяется на большую конъюнкцию. И все действительно получится в итоге КНФ. То есть если вам заставить перевести в КНФ, ну, жизнь заставить, может быть, как-то, то вот это можно сделать. Несложно. Почему вообще-то вы думаете, нужно все это превращать в КНФ? Почему нельзя просто вот в таком виде заталкивать это куда-нибудь? Куда вообще мы это будем заталкивать? Ну, вот в компьютер очевидно. Форму? Ну, я не знаю, если мы не будем как-то это, ну, как выражение записывать, то что мы будем с этим делать? Ну, вот компьютер вот такое логическое выражение поймет на языке логики первого порядка? Для любого нет. Наверное, нет. Или поймет? Ну, на самом деле, зависит от софта, которым вы будете пользоваться. Естественно, как бы, так как я вам сказал, что, типа, задача софт принадлежит классу MP, ну, просто MP, и для нее действительно нет полиномиального алгоритма решения, и действительно, так как она NP-компьютер, то к ней все остальные сводятся, типа, ее решают, что она центральная, типа,
то, естественно, вручную или как-то перебором решать не рекомендуется. Нужно использовать какой-нибудь уже готовый хотя бы подход, уже не алгоритм. Ну, там, кстати, ниже описано, но мы сегодня уже точно до них не найдем. Вот, они все уже, естественно, реализованы в виде так называемых SAT-солверов. Давайте где-нибудь напишем это слово, чтобы вы его загуглили. Я про них долго еще, ну, вообще не буду рассказывать, но это еще отдельная большая тема. Они просто есть, и они умеют действительно решать эту задачу. То есть, если вы подаете на вход, собственно, вашу формулировку какую-то в виде задачи SAT, они вам решают, продуцируют ответ. Ответ – это, ну, так как вы в SAT всегда, это, ну, окей, не всегда, но, типа, чаще всего, вы обязаны переформулировать так, чтобы переменные, которые описывают ваше решение, были логическими, то есть вот такими. И то, что продуцирует solver, это просто модель. То есть, вот, ну, модель – это удовлетворяющая постановка. То есть значение просто 0 и 1 вот этих переменных иксов. И вы должны уже потом типа вернуться обратно к исходной постановке. То есть вот если бы вы этот граф закодировали бы вот в этот набор ограничений вот этих, ограничения бы потом пришлось бы превратить в КНФ, потому что большинство сат-солверов, оно работает только с КНФ-ками, поэтому вам пришлось бы превратить в КНФ, записать это в каком-то текстовом виде, скормить это солверу, он бы вернул вам просто вектор из 0 и 1, и он бы, этот вектор 0 и 1, вам бы пришлось как-то превратить вот в то, типа, чему действительно равны цвета каждых вершин. То есть как бы еще какую-то дополнительную работу совершить. Но и вот эта работа по кодированию, типа, задачи исходной, ну, раскраски в SAT, и, типа, превращение ответа одной задачи SAT, SAT model, например, напишем. А тут powering, конкретная раскраска. Это все простые задачи, типа это полиномиальные как бы процессы какие-то. Если бы они были не полиномиальные, то это было бы не сведение по карпу. По сведению по карпу оно всегда полиномиально. И из этого бы следовало, что типа задача, которую вы пытаетесь решить, она типа не принадлежит классу NP. Потому что все задачи класса NP, они сводятся к SAT. Если у вас задача, которую вы не можете свести к SAT, наверное, либо потому, что вы не справились свести, либо потому, что она суперсложная, сложнее, чем можно решать. То есть SAT, к сожалению, как бы не всесилен. Но для всего, для чего он уже доказан, все процессы кодирования и декодирования обратно, они полиномиальны. То есть здесь вы как бы надолго не застрянете. Дольше вы скорее будете решать, собственно, сам SAT. Ну, не вы, а solver. Но, скорее всего, именно вот этот процесс, ну, для человека вот этот процесс, естественно, будет дольше. То есть тут вы потратите типа, день, чтобы закодировать вашу задачу в виде вот этих формул, вот этих странных. А solver решит это за секунду. Но не всегда хотя. Вот. Вот. До этого момента было что-нибудь понятно? Какие-то вопросы остались? Ну, все более-менее понятно. Все более-менее понятно. Хорошо. Ну, тогда дальше просто изучите вот то, что здесь написано. Ну, вот такие заготовки просто. Типа там, конечно, нужно рассказывать подробно, чтобы было хоть что-то понятно. Хотите продолжение? Или мы оставим это и начнем со следующей пары уже логику потихонечку. А прям совсем-совсем это может быть допройдем в конце семестра. Или на следующую пару потратим еще раз на продолжение всей этой истории с SAT. И может быть с расширением SAT типа до КСП. Или это слишком выбивается из курса дискрет, который вы только что до этого видели. И вам это не нравится. Пишите ваш ответ в комментариях. Не, ну это нормально, как бы это довольно интересно, но это будет где-то там в домашке. В этой домашке, ну, вы уже видите, я ее не буду менять. Она, по-моему, достаточно немаленькая, чтобы вас загрузить. Поэтому в этой домашке этого не будет. Это вот все вот эти задачи, которые здесь перечислены, они будут в домашке по теории графов. И, ну, здесь уже написано, что они NP-complete, и там, естественно, будут именно такие же постановки. Типа найдите клику, найдите раскраску, найдите вершинное покрытие или там независимое множество. И у вас будет выбор, типа, решить как-нибудь, вручную, например, ну там 50 вершин будет в графе, поэтому вряд ли вручную будет приятно это делать. Либо заиспользовать что-нибудь, что решает это, например, библиотеку какую-нибудь. Или же научиться это сводить универсально к SAT, то есть каждую задачу, типа, или найти какой-нибудь способ, где уже это сделано. И потом просто научиться вызывать solver, типа, чтобы универсальный у вас был метод решения вот этих задач. Типа вы понимаете, как вашу задачу формулировать в виде логики, а затем просто заставить ее в solver.
Возможно, это будет помогать вам решать там все задачи такие в будущем, потому что SAT приколен тем, что к нему все это уже сводится, ну, из теоретической точки зрения уже доказано, что все они сводятся. И как бы на практике тоже как бы не суперсложно, потому что в финале мы оказываемся просто с логическим выражением. Это самый как бы универсальный язык для описания чего-либо. Практически во всех задачах это как бы более-менее удобно получается. Не всегда, конечно, но типа есть у нас проблемы с интерпретацией некоторых вещей, но часто как бы нативно получается, натурально. Сводите, и все понятно. Поэтому потренируйтесь, у вас будет, точнее, возможность тренироваться с этим в следующем семестре. Пока что домашки не планируем. Но, может быть, не знаю пока. Четвертый домашний пока не планируется, но если вдруг нужно будет, могу добавить. Так, в конце концов, какие у нас есть еще альтернативы? Вот вы сказали, либо мы продолжаем, либо еще что-то, либо мы новый модуль начинаем. Да, либо я начинаю на следующей паре новый модуль, логика, потихонечку, а потом мы синхронизируемся с практиками, начинается, собственно, основа логики. А вот это продолжение истории про SAT и про что-то другое будет в конце всего семестра, 31 декабря, например. Если у нас время останется, ну, не 31, а 27. Либо же мы можем, типа, сейчас это добить на следующей паре, 22-го. А потом уже начать логику. Позже просто начнем логику. Тогда в конце семестра ничего не будет. Ну, в общем, соберитесь, напишите мне где-нибудь в Дискорде, типа, что вы хотите на следующей паре. Ну, если это вещь опциональная и будет только в следующем семестре, то, наверное, давайте начнем что-то. Ну, это мое мнение. Я бы уже приступил к следующему модулю. В таком случае. Хорошо. Вы можете просто сообщение написать, а там будет лайкать те, кто хотят, и те, кто не хотят, будут дизлайкать. И все. Такой вопрос в Дискорде. Это да. Прогрессивно. Хорошо. Какие-то вопросы остались? Нет. Нет. Жесть. Все поняли. Ну хорошо, тогда всем спасибо. Развлекайтесь. До свидания.